Ну что, начнем процесс распаковки. Пришел мой долгожданный самокат, который прям уже очень долго охотилась. Это Razor A5 Lux. Приехал он на машинке. В машинке надо выходить на улицу, вот, потому что курьер не имеет права оставлять товары на улице без присмотра. Поэтому это надо учесть. Вот, начинаем процесс распаковки. Пришло оно вот в такой большой, хорошей коробочке. Так, что у нас есть? Открываем. И здесь у нас самокат. Ну-ка, видно. Вот, самокат. Видите, что здесь еще есть? Есть у нас, видимо, гарантийный чек, чек и инструкция. Да. Вот он мой самокат. Начинаем его собирать. Здесь у нас есть ручки, которые можно закрепить, и таким образом он максимально быстро и легко складывается. Так, есть, ручки есть. Теперь мы смотрим, как складывается сам самокат. Здесь у нас... Самокат в отличном состоянии. И же он раскладывается. Ага, вот он. Порядка. Раз, раз. Отлично. Вот такой вот самокат пришел мне сегодня с розетки. Желаю всем удачных покупок.